Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас на обзоре такая вот прикольная вещь с AliExpress. Обзорчик будет коротеньким, ссылочка на товар в описании под видео. Советую перейти и оценить. У продавца действительно крутые скидки, процентов 20%. Средней цены на AliExpress, можно взять эту вещь и на сэкономленное купить себе чего-нибудь другое. Так что советую чекнуть цену как минимум. Если уж вы смотрите этот обзорчик, то вас интересуют такие вещи, поэтому думаю, вам информация будет полезна. Посылка шла недолго, примерно 3 недели, забрал фактически в соседнем доме. Через улицу перейти очень удобно. Вообще мне повезло с расположением нашей родной почты. Совсем близко. Ну, очереди, конечно, есть, но что уж тут, бывает. Вообще пора заводить блат с почтовыми работниками. Ха, вот так вот, чтобы мне с черного хода посылки отдавали. Сам товар особо не пострадал, никаких повреждений нет. К тому же наличествует культура изготовления, ни дефектов там цвета, ни потертостей каких-то, ни каких-нибудь там, я не знаю, заусенцев, шероховатостей. Все нормально, все по заводу, продавцу респект. На этом мой коротенький, сумбурненький обзорчик подходит к концу. Я с вами прощаюсь. Ссылочка на эту красоту в описании под видео. Переходите, смотрите. Думаю, всем будет полезно. А также не забываем никогда не подписываться на мой канал. Никогда не ставить лайки и не тыдынкать этот чертов колокольчик.